Алла Пугачева едва не потеряла сознание на Троекуровском кладбище во время церемонии прощания с Валентином Юдашкиным, сообщает BIMRU.RU. Примадонна, по словам очевидцев, сильно побледнела и едва держалась на ногах. Несмотря на это, знаменитость все равно проследовала за процессией и только на месте захоронения смогла присесть на лавочку. Поддерживали певицу в тот день ее помощница Елена Чупрыкова и дизайнер Игорь Гуляев. К Примадонне не подпускали журналистов и поклонников. Отметим, Алла Пугачева прилетела в Россию специально, чтобы проститься с Юдашкиным. Кутюрье и артистка дружили более 30 лет. Известно, что знаменитость арендовала для поездки частный самолет, который обошелся ей в 9 миллионов рублей. С собой Примадонна также взяла маму Валентина Юдашкина.